А вот теперь вообще никого не видно. Чуть-чуть поменьше мне света, не ослепляйте меня. Спасибо. Итак, друзья, еще несколько слов скажу. Меня зовут, как представила Алла Александровна, Роман Ломов. Я, ну, это громко сказано, вдохновитель. Я музыкант группы «Иван Купала», но помимо этого также художественный руководитель ансамбля казачьей песни «Люди вольные», который вот в прошлом году, кстати, тоже прекрасный город Пенза принимал здесь, в концертном зале. Вот. А сегодня я буду выступать в интересной ипостаси. Сегодня здесь в зале присутствует ансамбль Владимирской православной школы на Китай-городе в Москве, называется «Владимирцы». И вот мы с этими ребятами несколько лет назад поставили фольклорный спектакль, который называется «Как панталык с панталыку сбился». Еще есть название «Надива, придивная сказка». Это такие стихи, такая сказка, написанная языком как Бориса Шаргина или, там, может быть, кто современники знают, Леонида Филатова. Вот. И сейчас здесь будет полнейшая премьера, эксперимент. То есть если раньше мы делали этот спектакль с ребятами, то сейчас я его исполню, ну, как бы сказать, без ансамбля. Вот. Но здесь, на этом небольшом сценическом пространстве, будут участвовать кукольные герои, которые буквально еще несколько дней назад были изготовлены студией рукоделия при Доме культуры «Чайка» подмосковной Балашихи. Вот. Поэтому, дорогие друзья, встречайте премьера «Как панталык с панталыку сбился». На столе у него щи да каша, да студеного квасу чаша. А по светлым христовым праздникам самовар с пирогом да пряником. Так и жил себе понемногу, сыт одет, ну и слава Богу. Тык-мык, панталык, а полон двор скотины. Тык-мык, панталык, а полон двор скотины. А полон двор скотины, а всех зовут по имени. Тык-мык, а панталык, а всех зовут по имени. Тык-мык, панталык, а всех зовут по имени. Кобыла Арина, жеребец Гаврила, тык-мык, панталык, жеребец Гаврила, тык-мык, панталык, жеребец Гаврила. Корова Алена, а бычок Ерема. Ну, я думаю, уже можно мне припевчик подпевать. Тык-мык, панталык, а бычок Ерема. Тык-мык, панталы, а бычок Ерема. Свинья Ефросинья, а кабан Василий. Тык-мык, панталы, а кабан Василий. Тык-мык, панталы, а кабан Василий. Ай, по двору гуляют, а пана забавляют. Тык-мык, а панталы, а пана забавляют. Тык-мык, а панталы, пана забавляют. Кобыла
была Арина, жеребец Гаврила, корова Алена, а бычок Ерема, свинья Ефросинья, а кабан... Как? Абсолютно верно. И вместе. Тык-мык, понталык, а кабан Василий. Тык-мык, понталык, а кабан Василий. А теперь вы. Тык-мык, понталык, а кабан Василий. Вот такое хозяйство было у понталык. Ну что ж, вот на этом месте, я думаю, можно немножечко свет приглушить. Ну, да, в эти годы нечистая сила, воды мутные в ступе месила и готовила всякие гадости.